никогда не буду доебаться до слов. Только монолог мой калейдоскоп. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Раз, проверяем. Тихо, полиция. Полиция, тихо, шухи. Ого. Мусора. Зайц решил контейнеры открыть. Они что, за скорой поедут? Всем здорово, ребятки. Давненько видосов не было на моем канале, особенно по GTA-шечке. Скажем, это Smart RP, и мы добрались до кейса, да, клёвых кейсов. Также мы будем все, что выиграем, разыграем через официальную группу Smart RP. Так, обязательно юзаем промокод, достаем планшете, нажимаем тему и ввести промокод Шила Капса. Это очень легко. Так, ну я думаю, надо переходить сразу же к кейсам, не тянуть. Опять же, достаем планшетик, заходим в магазин, донат, сейчас x2, насколько я знаю. Так, есть, короче, денежный кейс. Тут от 10 тысяч до миллиона. Насколько я смотрел, людям, ну это как газик, по сути. Здесь процент выпадения я не знаю, может и лям выпасть, может и 10 тысяч, то есть здесь равно. Следующий кейс самый сочный, здесь с тачками. Сазик за 800 смарткоинов может выпасть сазик. Ну и также самое ламба, приора, лупат, крузак, порш, каен. Ой, не каен, а макан, извиняюсь. Донатный кейс. Ну, блин, вкусненько будет. 1000 или 3000 коинов выиграть. Это будет очень круто. И самый смешанный тут и бабки, и скиллы, и смарткоины, и как-никак дом, машина, скин, такое. Я вон бичком бегаю, тоже нормально. Смешанный кейс, наверное, мы откроем. В случае, если где-то смарткоины больше получится выиграть, то смешанный кейс откроем. И самый более такой ожидаемый кейс — секретный бокс. Чест, даже хз, что здесь может выпасть. Вот пишется главный приз этого бокса — Mercedes-Benz Vision of the Earth. Так, я хз, я знаю Mercedes, но такое никогда не слышал. Но что же, полетели. Так, набор. А, это набор. Кстати, тоже темка классная. Вот если ты новичок, залетел, эконом себе. Взял за 200 смарткоинов, 200 рублей. Сиера, 50 смарткоинов, 50 тысяч игровой валюты. Ты, по сути, окупаешься, его сиера стоит 100, 115 тысяч. А смарткоинов это 50 тысяч. Получается, ты 215, ты даже окупаешься. Наборы довольно клевые. То есть, если не хочешь бегать бичиком, сразу же в авторитет залететь, берешь. Так, полетели с кейсами. Они, насколько я знаю, сразу же дропаются. Здесь рулетки нету, прям то, что оно крутится. То есть, вот потянуть тоже, как скажем, вкус, ожидания хочется тоже немножечко. Насколько я знаю, в первом открытии Smart RP оно крутилось. Может добавят? Если добавят, обязательно запилим еще один видос. Так, ну давайте каждый по одному откроем и тогда еще раз пройдемся. Фух. 100 тысяч. Я хз, или мы купились? Сейчас возьму. Нет, мы не купились, на 400 смарткоинов, сколько я знаю, перевести 400 смарткоинов, это будет 400 тысяч. Пока не дал нам кейс. Предлагаю тогда к смешанному прийти. Открыть смешанный, потом тачки и уже донат. Ух, дом. Ага, 59 смарткоинов. Мы не окупились, но минималку, что можно было выбить, с нее выбили. Как это бы не было печально, то есть мы собрали все минимальное с него. Прям максимально. Ну что, автомобильный кейс. Пожалуйста, крузачок. Моя радость, моя счастье. Давай. А, чего? У вас максимальное количество транспорта превратит в количество действий. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Че у него колесо спущено? Вот ради чего мы бежали так. Кто смотрел так ветры, сейчас понял. Почему? Так, все, мы, короче, на месте. Дальше продолжаем. Машина уже
продали. У нас есть 3500 еще смарткоинов, кстати, кейс. Так, мы открыли денежный, смешанный и... Сейчас автомобильный откроем. Честно, я хочу секретный сразу же. Вот так же, чисто. Оп, 100 тысяч. Продать за... Не, продать за 10 тысяч предлагаете. Такое себе. Понятно, что мы забираем. Не оправдал мне, как по мне, он себя... Ну, то есть, я думал, там что-то будет такое запихнуть в него интересно. Так, осталось донатный кейс. Открываем. 100 доната. Опять же, не окупились. И автомобильный кейс. Мы его продадим. Слушай, это слишком гоню. И по мне. Ну, короче. По второму кругу, я надеюсь, оно даст. Давайте шаманим. Там, не знаю. Давайте еще раз смешанный. А вжух. Скин. Воу. Вжух! И ты петух. Забрай. А ну-ка. Давайте примерим этот скин. Big Russian Boss. Но это не точно. Воу, щит, мазу фока. Ну, этот скин тоже разыграется, потому что у меня летом жарко. Ну, солидно. Задик точно не садится. Но если нам такой скинчик выбрал, почему бы уже не высадить RKM8, не знаю, еще что-то. На горе кейса. Так, смешанный мы второй раз открыли. Донат. Предлагаю. 10. Оу, вообще прям печально. Остался денежный. 10 тысяч рублей. Ну, это прям минималка, что они, как по мне, немножко бы хотя бы откручивали кейсы. За себестоимость, то есть, чего реально проще задонатить так, типа, чем на кейс. Но, опять же, это казино, никто ничего не застраховал. Здравия желаю, вас беспокоит полковник полиции Сопрано, вот моя область. Доброе. Ой, сейчас это лицензия. Это лицензия такой же. Да. Ошибся, карманы просто широкие. Бывает. Сейчас повяжет еще. Спасибо. Все хорошо? Вас ждете кого-то? Да, нет, любую из статуи прекрасной доли. Понял, принял, не нарушайте, всего доброго. Всего, и вам хорошие службы. Чем открывали? Остался, по идее, автомобильный кейс. Или же секретный бокс откроем. Бум! 100 смарткоинов. Минималка. Как по мне, минималка дают кейсы. Вот реально, если сейчас задик выпадет, хотя бы приору, нам чисто для... Покрасите было, пожалуйста. Или падай. Приора. 269. Ой, 269. От меня. У нас 570 тысяч. Так, а вот, чтобы нас сейчас не коснули. Я предлагаю сейчас взять ее. Воу-воу-воу. Поехать зарегистрировать, или же, сколько она будет в продаже. Сейчас посмотрим, сколько продать ее будет. Такс, продать государству. 208 тысяч, то есть за 700 тысяч мы можем что-то купить. Поехали, короче, доедем на ней. Так, как ты так, чтобы по Хасанерскому, чтобы нас сейчас не слепануло. Так, возможен дроп с него. Можно, если будет интересно, можно будет это, опять же, это записать, но все от вас будет зависеть. От государства, так. Все, полетели. Берем сейчас на максимальное, что у нас есть. Это средний, по идее, уже у нас, правильно?
Жаль, белого цвета нет, или же лупат. Ну, конечно, это уже не наш бюджет. 7,7. Купить им автомобиль. Все. Вау, это реально кайфово. Машину приятно. 7,7 дрозгон, сейчас будем проверять. Поехали ставить. Розыгрыша этой малышки и этого прекраснейшего скина, как мне Migration Boss, нужно будет подписаться, все снизу будет в описании, подписаться на SmartRP в ВК-группу, лайкнуть пост у меня в ВК-группе, опять же, сделать комментарий под этим видео. Мы это будем, конечно же, все проверять. На следующем ролике найдем победителя. Если же вы хотите еще раз такую же тему с кейсами, но в плане машин, попробовать Хуракан выбить или так далее, или он реально выдает нормальные машины, или же нет, топите в комментариях. Все зависит от вас. До скорых встреч. До скорых встреч.